Здравствуйте! Добрый день! Мы консалтинговая группа «Триумф». Мы сотрудничаем с Евразийским открытым институтом, потому что в нем преподают одни из лучших педагогов города Москвы. Институт выпускает сильно подкованных студентов в теории, которых мы в будущем готовы принять на работу к себе в компанию. Мы заключили двусторонний договор с институтом, благодаря которому мы можем принимать на практику лучших студентов и выпускников данного института. Благодаря этому они получат необходимые знания на практике и смогут стать успешными специалистами в своей области. В нашей компании разработана модель компетенций, которая входит в следующие характеристики. Первое – это позитивное мышление. Мы всегда мыслим позитивно, и это помогает нам решать самые сложные задачи, так как мы верим в успешный результат. Второе – это скорость в работе. Мы ориентированы на быстрое и качественное выполнение поставленных задач, и это одно из самых важных качеств, которое позволяет нам находиться на первом месте среди конкурентов. Третье – это грамотная и структурированная речь. От того, как мы говорим, зависит то, как нам относятся и как нас воспринимают. Следующее качество – это инициативность. Мы всегда берем инициативу в свои руки, даже если это не входит в рамки нашей ответственности. Если у нас есть предложение, как улучшить деятельность компании, мы обязательно это обсуждаем. Следующее качество – это логическое мышление. Мы развиваем в себе логическое мышление, и это позволяет нам решать самые сложные задачи. И последнее качество, которое хотелось бы отметить – это внутренняя референция. Мы всегда опираемся на свое мнение, свои суждения и свои взгляды. Именно вышеперечисленными качествами должен обладать студент-выпускник, чтобы органично влиться в коллектив «Триумфа». Студентам первого курса необходимо получать все теоретические знания, которые им преподают в институте, а также воспитывать в себе следующие качества. Это усидчивость, умение слышать и слушать мнения других, а также целеустремленность. Только те студенты, которые обладают этими качествами, смогут успешно пройти практику в нашей компании. Компания «Триумф» возлагает большую надежду на Евразийский открытый институт в части предоставления молодых специалистов, так как мы их относим к разряду неформальных лидеров, которые, получив опыт управленческой организационной деятельности на своем уровне, в будущем станут отличным дополнением нынешнего руководящего состава компании. Мы желаем всем студентам не упускать возможности в жизни стать успешными, достичь тех высот, которые они ставят перед собой. Упорство вам и триумфальной карьеры!